Итак, ребята, всем привет. Вышел я сегодня такой спонтанный, незапланированный коп. Время уже после обеда. Звонили ребята со всех сторон, пригласили с ночевкой, но, к сожалению, я отказался. Очень жалею. Вот. И решил свою горесть загладить именно выходом вот на такое вот местечко рядом с домом. Здесь в свое время была деревня, но она ушла туда вниз. Вот, а здесь остались кое-какие дымовые ямы. Находки здесь раньше в свое время было. Наверное, лет 5 назад здесь вообще шикарно было. Но, к сожалению, оно полностью выбито. И я решил, как говорится, утолить свою жажду по копу, потому что уже не выезжал целую неделю. Все время какие-то у меня проблемы, какие-то запланированные там даты. И, в общем, не получалось. И сегодня я взялся за шурф. Ходить здесь смысла нету. Весь день проходить и ничего не найти. И остается только шурфить. Хочу продолжить свой прошлый шурф, когда я здесь по осени заканчивал свой сезон. Нашел я здесь очень шикарные находки, а в частности очень редкий жетон. Да здравствует революция 1917 года. Почему он редкий? Потому что он серебряный. Обычно они шли медные, но это был просто шедевр. Картинку я вот здесь вот прикреплю этого жетончика. Вот. И снова решил сюда вернуться. По находкам какие будут, я вам, конечно, обязательно покажу. Если вы это видео и вступление видите, значит, у меня какие-то находки появились. Так что не пропускай, смотри. Думаю, сегодня таких блуждений не будет. Буду находиться в одном шурфу. Переезжать никуда не буду. Окопаю один. Ну и все, вступление сделал, а остальное все за земляным дедом. Будут находки, будет продолжение. А если вы видите, значит, продолжение будет, и находки нас земляной дед одарил. Так что смотри. Итак, ребят, нахожусь я на своем старом шурфе. Вот видите, с прошлого года. Ям никаких после себя я не оставляю, как вы видите. Абсолютно практически ровно. Вот, и были у меня кое-какие находки непонятного характера. Поднял похожее на жетон, что-то непонятно, очень тонкое. Вот. Потом нашел патрон, вернее не патрон, а гильзу. Ну, не столь важно. От пистолета, думаю, что старое. И вот выскочил у меня монитос. И радует то, что это у нас царь. Год пока сказать не могу. В шурфе находки очень плохие всегда. Приходится очень сильно отмачивать, замачивать. Ну а сейчас к монетке. Ну а монета оказалась у нас николаевского формата. 2 копеечки 1901 года. А сохранчик будет вообще шикарный, потому что проглядывается по всему диаметру вот такие вот точечки. И это означает, что монета в очень хорошем состоянии будет. Правда, ее придется чистить, потому что вот такой вот характерный налет противный, который счищается очень тяжело. Ну, как вам сказать, где-то примерно минут 20, пока обосновался, вон там попытался тоже зашурфиться. К сожалению, там нашел как раз вот злополучную патрончик от пистолета и какую-то непонятную, наверное, жетончик. Здесь вот тоже продолжен, ничего нет. И переместился вот в это место. Здесь, в принципе, встречается вот такая вот древесина, а это очень хорошо. А стекло, а керамика, кусочки от костей. Это очень хорошо, когда встречаются кости. Вот. Почему хорошо? Потому что, возможно, это были кошачьи углы. А где кошачьи углы, там хорошая засыпочка, хорошие находки. Это я заметил из практики.
Так что обращайте внимание, где копаете. Не просто целину копайте, а смотрите, чтобы было всякий такой сопутствующий сброд. Вот стекло, древесина, колотый кирпич. Особенно хорошо, когда попадается обувка. Это вообще шикарно. Это означает, что где-то вы рядом со входом, а около входа, как обычно, раздевались. И, естественно, раздевали, снимали с себя одежку. И находки, которые мы поднимаем, это монеты, все выпадало из карманов. Так что ладно, будем продолжать. Итак, ребят, перебрался я на другой шурф. Шурф уже разработанный и неплохо. Поковырялись везде, во всех местах. Ну, первым делом я посмотрел, какая у нас засыпка. Разрабатывать новое неохота. И начал прозванивать места уже выброшенного. Поднял вот такую вот серебряную сережку цыганского образца. Где-то в той области. Ну и продолжал прозванивать старые места выброшенные. Так, где? Здесь вот я, какая-то шмурдятина была. И здесь вот у меня находка. Как вы видите, вот на кругло лежит герб старый. И что это у нас? О, ребята, это у нас 2 копеечки. Царская медь 24-го года. Конечно, я не ожидал 25-го, но хотя бы вот 24-е. Причем не копая, пройдя по старым местам. Так что смотрите, когда попадаете на старый шурф, прозвоните те места, которые уже выброшены. Кто-то за вас работу сделал, а вы просто пройдетесь и, возможно, соберете монеты. Я, конечно, где-то треть только прозвонил. Сейчас еще прозвоним, посмотрим и начнем продолжать разрабатывать он там вон. Потому что мне там засыпочка очень нравится. Ну, как нравится. По отношениям других. Вон там я тоже пробежался. Но мне там не понравилось, какой культурный слой имеется. Практически целина. Но вот здесь вот красный кирпич и кое-какая есть засыпка. Так что продолжаем. Итак, ребята, очередной монитрас. И это у нас советская копеечка. Сейчас посмотрим год. 1927 года. Я знаю, трешки дорогие 27-го. Но про копеечку ничего не знаю. Любопытно. Надо будет в каталоге посмотреть. Если это интересная монета, дорогая, то я уделю, конечно, внимание на нее. Так что ждем. Ждем. Продолжаем. Так, ребята, долго, коротко, но очередной сигнал очень хороший, громко звенел. Это у нас монета, и монета у нас царская. Это у нас 2 копейки 1903 года. Ну, в принципе, сохранчик такой бодренький. Хотя нет, орел затертый.
Вот такая вот у нас двушка царская. Николай последний. Хорошо. Хорошо. Здесь дом, походу, стоял старенький и ушел в небытие. Судя по находке, последняя монета 27-го года. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, очередная находка. Видел я, что эта монета шлепнулась, об катушку ударилась. И вот такая вот монета, судя по всему, медная, но пока неизвестная. Что это у нас? Не знаю, что это такое. А, нет, царь это, ребят. Это у нас царик. Снова Николаевский. Налет какой-то непонятный. Проглядывается чистая медь. Год 1899. Это у нас Николай. Ну, в принципе, вот такая вот Николашка. Копейка. Зачетно. Прям с царями сегодня хорошо. Очень хорошо. Идем дальше. Итак, ребята, очередная находка на выброшенном грунте. Вот она монета. Монета среднего образца. Так. У нас Николай, наверное. Николаевский формат видно. О, сохран, смотрите какой. Не сохран, а просто чудо. 1872 года. Вот такая вот монета. Классная, смотрите. Никакого говна нету. Ну, здесь небольшой налет, но все равно монета бодрая. Это, наверное, самая бодрая находка сегодняшнего дня. Классно, смотрите как. Можно прям помыть и в коллекцию. Классно. Ну, продолжаем. Где-то примерно через каждые 15-20 минут находка. Радует, что это находки царского периода. Вообще четко. Итак, ребята, решил я немножко перекурить, отдохнуть. А сегодня у меня день был какой-то непонятный. Приехал я покопать, дабы снять с себя ломку, которую в течение недели у меня была, не копал вообще. Позвонили пацаны, приезжай, я как метался, как сраный веник. Ну, уже объяснял то, что времени нет на то, на сё. В итоге решил все свои проблемы, собрался в течение получаса, закупился и поехал с ночевкой. Я, конечно, это не снимал, думал, будет продолжение видео. Сорвался. И в дороге у меня беда. Шеви Нива меня подвела. Сами видели, что машинка старенькая. Вот. По ходовой части у ней проблема случилась. Объяснять ничего не буду, потому что многие не разбираются. В общем, вернулся я домой, кое-как починился. Вот. А ребята без меня уехали, к сожалению. Ну, в итоге я сел на свою Шкоду. Вернулся на место шурфа. Продолжаю, как вы видите, шурфить. Вот. Находки, в принципе, радуют. Уже несколько царей поднял. В принципе, меня радует. Надеюсь, что у меня получится сегодняшний коп не хуже парней, которые выехали достаточно долго и далеко. Я хотел, конечно, с ними встретиться, но, к сожалению, не получилось. Очень жаль. Вот. Долго я планировал это мероприятие, но, к сожалению, увы. Ну, я думаю, еще получится. Все, перекур осуществили, отдохнули.
снова продолжаем. Смотри, находки еще будут. Итак, ребята, очередной сигнал. Солнышко уже садится, осталось копать совсем чуть-чуть. Уже поднялся у нас месяц. Вот он красивый. Но находки есть немного. Вот эта монета царская, я уже ее подымал. Одну сторону я протер. Это у нас Николаевская. В принципе, тоже хорошая такая. Но по размеру я так и не понял, что это такое. Очень грязь такая сильная. Налет такой непонятный. Но по размеру одна сторона вообще зачетная такая. Это у нас, наверное, копеечка царская. Ну а здесь я так и не очистил. Но это у нас копейка. В конце копа покажу все находки, какие у меня сегодня были. Так что смотрим. Находки, в принципе, радуют. Достаточно приятные все. Царские, зачетные. Так что смотрим. Итак, ребят, на этом я и закончу обзором находок. Сейчас монетки я помыл. И будем смотреть, разбираться, что у нас получилось. Копали мы, повторюсь, сегодня совсем чуть-чуть. Вот. И по находкам вот у нас что получилось. Помыл как мог. Начну со шмурдяка. Вот такая вот пулька. Не знаю, от пистолета, что ли, гильза. Вот такая вот интересная гильза. Очень тонкая. Размером, наверное, с пистолетной, даже меньше. Вот смотрите, по диаметру. По диаметру меньше, чем пистолет. Не знаю, от чего это такая. Знатоков войны прошу определить, что это за гильза. Вот такая вот, маленькая. Дальше у нас серебряная вот такая вот сережечка цыганского образца. Очень частенько их находим. По монетам советские. Вот такая вот копеечка. Год 27. Я посмотрел по каталогу. Она ничего не стоит. Всего-навсего 250 рублей. Была бы двушка, а двушка уже раритет. Дальше. Еще одна советская монета. А нет. Так, советская монета. Где у нас? Блин. Советскую монету где-то потерял. Ну, продолжим. Это у нас двушка. 1903 года. Вот такая вот непонятная, не смог датировать, что это такое. Ну, по размеру двушка. А вот такая вот царская двушка. Год. Так, год как-то не могу посмотреть даже. Не знаю. Год плохо просматривается. Но вот такая зачетная. И еще одна двушка. 1872. Зачетная. Так, очередная двушечка. А, вот она. Очередная двушка 24-го года. В принципе, неплохая. Жаль, что не 25-й или 27-й год. Ну и остались копеечки. Копейка царская, Николаевская, 1912 года. Сохран просто зачетный. И последняя копеечка. Пытался я ее тереть, как-то не получилось. 1899 года. Зелень на ней просто отвратительная. Ну вот так вот, покопали мы сегодня небольшое количество
находок сделали. Но все же решил вам сделать обзор того, как можно с пользой провести время за какие-то пару часов. Ну а сейчас прощаемся. Итак, ребят, на этом я закончу свой видеокоп. Покопали мы в одном местечке, место выбито, остается только шурфить. Но, как вы видите, шурфы тоже неплохо себя дают о себе. Так что сегодня мы подняли в основном все цари, несколько советиков ранних. Вот, так что мне понравился шурф сегодня, хоть и получился денек непонятно какой. Но об этом не будем, о плохом. Вот. Находки получились замечательные, хорошо, что царские, но, извините меня, царские последнего Николая. Ну ничего, я думаю, шурф задался неплохо, так что смотрите и в дальнейшем мои видео, мои находки, ставим пальцы кверху, так что все, смотрим, и пока, всем удачи на копе и хабара побольше.